Сейчас мы будем купать своих курочек перепеляток. Вот они, перепелятки. Это у нас техасские. Приобрели недавно. Вот мы их сажаем купать. Вот они упираются, не хотят, никак не могут разобраться, что это песочек. Дочечка, посыпь, ага, посыпь на них песочка. Нет, не приученные, не хотят купаться. Наши курочки-перепелятки не хотят купаться. Странно. Не разберутся. Не разберутся. А ну еще добавляй. Да, я еще одну. А ну, пускай. Не разберутся, курица. Вот ты как поет. Так ты же не пел. Вот он, мужик. О, а ну купай, дочечка. Их. Не слушается. Нехороший. Один петух. А ну попробуй на бочок их положи. Песочек, песочек. Один петух себя чувствует нормально. Она. А эти ну, нервы. Давай, 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 давай. Давай, покупайся, песочки. Покупайся, песочки. Ну, ну давай, давай. Нормально. Покупайся, песочки. Это странно. Куда пошла? Не хотят. Боятся. Боятся. Вот какие они хорошенькие. Приобрели их в субботу на той неделе. Это техасские перепелятки. Нет, не получается у нас ничего. Ой, ты песенки как поет. Не хотят купаться. Песочек сухой. Сухой. Он какой-то холодный. Нет, в доме стоит. А ну добавь еще. Их посади. Надо полотнее дверь закрыть, чтобы к нам коты в гости не наглянули. Вот. Закрыли плотнее. Некоторые есть спокойные, некоторые такие. Они никогда их не приучали к купанию. Возможно. А, да, я у кого мы покупали, у Ирочки спрашивала. Она сказала, мне этим некогда заниматься. Мне некогда их купать. Ну, добавляй, дочь, еще. Их там много уместится. Пускай они, может, побольше будет это самое. И понравится, вытаскивай еще. Вытаскивай, вытаскивай. Это для них просто непривычно. Улетела. Ты куда, малышка? Да. Ну давай, оставь ты тех, да бери эту, это самая разбойница. Ну так, ничего страшного. Вот тебе. Так, давай еще добавим. Вон петушок как хорошо сидит. Сидит, а вон начинает песочек клевать. И копается. Так, давай, дочечка, ты умеешь открывать. Еще добавляю. Они, видишь, привыкли уже больше сидеть. Да, а ну, давай еще. Пускай они песочки. О, она начала купаться. Видишь, ага, просто, ой. Просто, может, одним страшно. Куда пошла? Я тебя улетела. Бесстыжая. Ой. Не бойся, смотри, как поет. Во, они тут и все почти поместятся. Осмелели немножко. Куду? Опять лежала. Для них это все в диковину. Они песка не видели в глаза. Смотри, уже некоторые. А дочь, сажай их всех. И пускай. Место поместь. Ага, посмотри, как петушок хорошо начал купаться. О. А ну, дочь, сажай их всех, вытаскивай, ставим. Вот они сейчас выкупаются, и будем им каждую неделю
устраивать души. Они как раз все и поместятся. Да, вытаскивай всех. А то по одному, по два они боятся. Всех сажай. Найдут. Миска не меньше. Нет, и не боится даже. Миска, вот сладкие мои какие. Пускай часа два купаются. Вот так купаются наши перепелятки. Красавицы. Это вот у нас комната свободная. Они, наверное, ждут, что никто в ней не живет. В этой комнате. Живут теперь здесь наши перепелятки. Вот такая вот комната у нас. Свободное. Плохое освещение. Ну ничего. Ничего, будут толкаться, вон, смотри, местечко. Пускай они все, они друг за дружкой будут, а то так по отдельности они боятся. Ладно, сейчас ты их, потом я их попробую еще покупаю. Вон, как, а, давай последнюю дочечку, умещай ее куда-нибудь, а то он осталось, нахухлила, сидит. Хватит ей местечко, затаскивай вон там, туда. Во, и все, и пускай они купаются. Во, миска. О, вот, выкупались. Не надо закрывать. У них тут куча мала. Вот они. Ну так, купаются наши перепелятки. Легче. Вот они вместе, одной дружной компанией. И... ну что, мурлычите, давайте, я вас песочком посыплю, давайте посыплю песочком. А они грязными не будут? Не, же песок очищает. А вот только он сюда, если бы добавить это, немножко золы, у нас золы нету. Так, Сашка, жди его, разве там нету? Нету, мы не пережигали. Вот куда-то пытается, вот непослушная, а? Никак не хочет мыться. О, вот, наконец-то они теперь будут все время ждать этого купания, как не знаю кого. Куда? Вот они. Вот они, мои сладкие. Идите сюда. Вот мои хорошие. Ну, не убегай. Не убегай. Давай. Тут вам местечко хватит. Ой, мои хорошенькие. Купайтесь. Посмотри, вот, дочка понравилась. Аж лежит вся. Ну, им немножко тесно, но ничего, как накупается. О, какие красавцы. О, какие хорошие. Аллергия на перепелу у тебя появилась. Вот это вот никак не хочет. Иди, дочь, ее. Смотри, лови. На курочку. Вот так купаются наши перепелятки. Им уже 2 месяца, скоро должны нестись. У кого мы покупали, Ирочка сказала, что должны скоро нас нестись.
А будь здорова. Чего не колотит? Вот, пускай они купаются, пока им не надоест. Говорят ли, надоест. Нам быстрее надоест на них смотреть. Ну вот и все. Спасибо, кто нас смотрел. Пока, всего хорошего.